А теперь подробнее об этих и других событиях. В сентябре жители Московской области изберут губернатора. Выборы пройдут 8, 9 и 10 сентября. Проголосовать можно очно на избирательном участке и дистанционно, подав заявление на портале госуслуг. Об особенностях голосования рассказал председатель территориальной избирательной комиссии города Люберцы Борис Новиков. Процедура выдвижения и регистрации кандидатов завершена. На должность губернатора Московской области баллотируются 4 человека. Воробьев Андрей Юрьевич от партии «Единая Россия», Жигарев Кирилл Сергеевич, кандидат от партии ЛДПР, Наумов Александр Анатольевич, кандидат от Коммунистической партии Российской Федерации, и Никитин Анатолий Юрьевич, «Справедливой России». Таким образом, нашим избирателям предстоит выбрать одного из 4 кандидатов, которые зарегистрированы. Для удобства избирателей на выборах губернатора впервые будет применено дистанционное электронное голосование. Таким образом, каждый избиратель может проголосовать через единый портал государственных и муниципальных услуг. Что для этого нужно сделать? Нужно до 4 сентября на нашем портале госуслуг подать соответствующее заявление, и вы будете включены в список избирателей, которые электронно, дистанционно голосуют. Проголосовать вы, соответственно, сможете либо 8, либо 9, либо 10 сентября. В округе около 260 тысяч избирателей. Люберчане, которые по состоянию здоровья не смогут прийти на избирательный участок, проголосуют на дому. Для этого им необходимо проинформировать участковую комиссию письменно или по телефону с 31 августа по 10 сентября до 14 часов включительно. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.